17 августа 2023 год. С добрым утром. Афоризм дня на сегодня такой. Определение сознания. Сознание – это то, чем определяешь для себя степень несознательности. Такой глубокомысленный вывод, тавтологичный, сделал я 13 октября 2010 года. Сознание – это то, чем определяешь для себя степень несознательности. Сознание, мышление, мышление – это сознание, мышление, мышление как поезд. Все время что-то цепляется к голове, и не всегда понимаешь, что тронулся. Тоже старенький мой афоризм. Мышление сознания.